И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. И очередной видосик по бездонатику берет свое начало. Сегодня мы поиграем на карте год 2042 в режиме штурм за девчик на своем супер-мега-крутом нагибаторском бездонатике, как я уже это и сказал. О чем же сегодня речь у нас пойдет? Речь у нас пойдет сегодня о заданочках. В чем же этот весь сок, в чем плюс данных заданий, почему стоит выполнять задания, почему это так актуально в наше время, все это вы, в принципе, сможете узнать в данном ролике. С чего бы хотелось бы начать, это, безусловно, давайте я сейчас сразу сходу открою за свои заданочки и посмотрю, что мне надо выполнить. Сегодня мне вот надо выполнить, доставить два флажка, собрать две ремкомплект, два припасика ремкомплект, то есть две аптечки собрать и войти в тройку лидеров в победившей команде. Почему выбрал данную карту? Ладно, мне не подфартило то, что меня закинуло в штурм за деф. То есть в одном режиме я сразу же максимально могу выполнить все три заданки, если меня бы закинуло, конечно, сейчас за атаку. Так я могу выполнить в одной катке сейчас две заданки. И в чем весь сок, в чем весь плюс? Если вы выполняете эти заданочки, вы получаете дополнительный бонус. При этом у вас растет ваша еженедельная ваши заданки, то есть цепочка заданий растет. За каждую выполненную неделю, то есть за 7 дней, которые вы выполните в цепочке, вы получаете дополнительную награду. Если вы играете на аккаунте, как вот я, например, на бездонатике, то это просто самые изевые кристаллы, которые могут только быть. Это самый лучший фарм. Вы за вот буквально, вот я снимаю ролик, да, у меня там буквально 10 минут, одна каточка в день у нас, ну ладно, бывает там больше, бывает 2-3 катки, как у нас пойдет вообще, в принципе, по видосам, сколько я записываю, сколько у нас вообще играется, но в чем вся суть, ребят, за 10 минут можно выполнить как минимум одну заданку и как минимум вы себе прибавите один день к цепочке. За 7 дней вы получаете уже при первой же неделе контейнер, за который вам может выпасть, например, там кристаллы, например, там 10 тысяч, 100 тысяч, да всякое бывает, что вам только может не упасть. Все зависит, конечно, от вашего везения, и это просто нереальнейший бонус, с которым вы сможете жестко нагибать, жестко тащить, и потом покупать себе комплекты, все, что только захочете. Просто, ну, самые легкие кристаллы, которые могут только быть, и все те игроки, которые не выполняют заданки, я вас серьезно не понимаю. Просто, ну как можно не выполнять задания, когда это просто самый изевый кристалл и самый лучший фарм, который только может быть. Вот сейчас я уже одну аптечечку соберу, просто мимолетно, просто ехал, просто уже собрал свою аптечечку. Ну а пока в катке мы, кстати, ведем, и надо немножко запотеть, я думаю, тут парни тут какие-то нагибаторские. Хотя мне вот по звонкам, наконец-таки меня закинуло хоть по звонкам, не к таким большим опасным ребятам, а более-менее к своим званиям. И меня это не может не радовать. Безусловно, я хочу догнать свою званочку. Как догнать? Набить званочку до мастер капрала, где я смогу уже играть в джаггернауте. А в джаггернауте, как вы понимаете, если я буду заходить, например, с самого начала боя сразу на джаггере, это очень-таки хороший бустик. Очень хорошая, не знаю, мотивация набить как можно больше киллов. Набиваешь больше киллов, получаешь дофига фонда. И, в принципе, на данном аккаунте, чтобы прикупить как раз-таки комплектик, мне надо жестко фармить, жестко нагибать. И я буду это все дело стараться делать. Ну, а заданки, это, конечно, определенный бонус, как я и сказал, ребят. Ну, серьезно, если вы вдруг не выполняете заданки, то одумайтесь, просто одумайтесь, ребят, их надо выполнять, это жесткий фарм, и по этому поводу, ребята, напишите в комментарии, выполняете ли вы каждый день заданки, и сколько вы их выполняете, выполняете ли вы все три, либо выполняете, например, одну заданочку, чтобы просто продлить цепочку. Есть, я знаю, ребята, которые просто заходят, например, на аккаунт, выполняют одну заданочку, чтобы продлить свою цепочку. В принципе, я даже, бывает, тоже на каких-то аккаунтах, если у меня нету много времени, зашел, одну заданочку выполнил, цепочку себе продлил, и все, нет никакой головной боли, никаких проблем, цепочка растет. И, конечно же, в конце этой цепочки ты еще можешь подфармить контейнеры, если у тебя большая неделя, то есть, ну, много уже выполняешь, то можно подфармить 2, 3, а то и 4 контейнера за 10-ю неделю. То есть, ну, это отличный бонус, которым нельзя не пользоваться, и вообще, в принципе, это очень хороший бонус, который
реально нужно выполнять, реально нужно этим пользоваться. И все ребята, которые говорят, что, мол, блин, ну ты без доната не сможешь вообще ничего сделать, в эту игру надо донатить, чтобы нагибать, чтобы, блин, развиваться как-то. Да нет, ребят, ну все можно сделать без доната, не надо вкладывать никакие деньги, просто надо делать все с умом, все правильно, не покупать постоянно максимально много всяких идиотских вещей, а... Например, определиться на одном жестком вооружении. Вот, например, я определился на своей воспожиге. Мне нравится данное вооружение, я понимаю, что в данное время оно актуально. Я дальше коплю на комплекте, покупаю комплект, нагибаю на комплекте, прокачиваю этот комплект, потому что М1 вооружение уже сразу на небольшом звании надо прокачивать, потому что звание у вас чересчур быстро идти не будет, и при прокачке вы будете нагибать вообще прям жестко. Что касается прокачки М0, то я думаю, что М0 качать, ну, не актуально, не актуально. Все-таки звания у вас, первые начальные звания идут быстро, и сразу покупаете себе комплект М1, и на комплекте М1 уже начинаете жестко нагибать. Что касается данной катки, то мы ведем 50 на 10. Противники у нас поставили только 2 флажка. Я иду на втором месте. Золотых ящиков у нас пока не было. Пока у нас, ребят, кстати, в игре X2 фанды. И вовремя я таки создал данный аккаунт. Еще фармлю кристаллы за счет двойных фондов. Поэтому... Очень-таки жестко получается, мне это очень-таки дело нравится. Ребят, обязательно прожимайте лайкосик данной рубрике, потому что я для вас стараюсь, и это вот прям вот та суть, которую вы должны вот, ну просто, если вам не сложно, прожимайте, мне очень приятно. Я понимаю, что данную рубрику стоит снимать дальше, что она актуальна, что она вам нравится, и все в этом духе. Так что, ребят, обязательно прожимайте лайкосик на нее и пишите, как я уже сказал, в комментариях, сколько заданочек вы в каждый день выполняете. Мне реально тоже интересно, я все комментарии, ребят, читаю, положительные, негативные, блин, все читаю и смотрю ваше мнение, слушаю, прислушиваюсь к чему-то не прислушиваюсь, что-то комментирую, даже сам отвечаю на какие вопросы, если у вас они имеются, в общем... Все комментарии прочитаны, и за всем, ребят, я слежу. Нет такого, что я, например, говорю, там, типа, напишите что-то в комментарии, но при этом я не отвечаю на них. 28 киллов у нас остается до конца данного боя. Жестко мы начинаем нагибать, и мне даже очень-таки нравится. Ну, сами понимаете, вооружение, на котором я играю, ну, воспожига, это просто божественное сочетание. При том, что вот, например, за нас играет парень. Первый сержант, я играю на капрале, капрал, ребят, просто капралище, которое просто так же само берет и нагибает не хуже этого же первого сержанта, хотя он играет на М1 вооружении. Ну, то есть, сами понимаете, здесь можно нагибать, но воспожига это, конечно, вообще просто божественное сочетание. Вон парень тоже шарит, тоже играет на воспожиге, тоже красавец. 16 киллов до конца катки, 2 минуты у нас остается, золотых ящиков у нас на данной карте не было, в принципе, всю свою мысль по заданкам я уже выразил, я думаю, что вы все понимаете, и кто у нас, ребят, не выполняет эти заданки, начнет выполнять их, задумается о том, что это реально крутой фарм, и, блин, я не выполнял, стоит выполнять. Все-таки, да, я знаю ребят, которые бомбят то, что, например, им... Ничего годного не падает с контейнеров, они сидят, выполняют заданки, и потом говорят, блин, зачем я выполнял эти задания, чтобы мне выпало с контейнера там 125 мин условно, или 125 нитры, блин, я зря потратил время, но это безусловно рандом, ребят, рано или поздно вам повезет, и я знаю игроков, как я уже говорил в данной рубрике, которые с одного контейнера выбивали хэтэ вооружение, это просто очень жестко и очень нагибаторски выглядит, и даже видел, как 1 000 000 выпадал с одного контейнера, так что... Все бывает, ребят, все бывает в этой игре, и с этих контейнеров бывает, что падает просто нереально крутые вещи. Поэтому как-то так, 4500 кристаллов у нас уже на этом аккаунтике имеется. Ну а, как я говорил в предыдущем ролике, мне надо около 40 000 кристаллов, чтобы прикупить комплект. Хотя бывают, выходят комплекты, которые стоят довольно-таки маленькое количество кристаллов. Но если бы, конечно, я накопил на тот комплект Тора... то было бы вообще жестко и нагибаторски. Даже 3 звезды я получаю с этой катки. 500 кристаллов фармлю, 5000 уже на аккаунте у меня имеется. И плюс заданочки еще 100-150 кристалликов мы плюсуем. Такой вот, ребят, у нас видосик сегодня получился. Я надеюсь, что он вам понравился. Сейчас мы еще зайдем в гаражик. Хотел еще одну вещь посмотреть. Сейчас, сори. Что касается сегодня у нас скидочки, да, в гараже. Если же вы, ребят, думаете, что вам стоит прокачивать М0 вооружение, то забудьте просто это. Лучше накопите кристаллы, накопите, как вот делаю я, накопите на комплектик. Вот условно даже вот этот
жесткий мамонта-вулкан, да, который у нас дает мамонт М1, вулкан М0. Я понимаю, что это не самый нагибаторский комплект, но даже если вы купите комплектик что-то подобное, то есть, ну ладно, это пусть будет не мамонта-вулкан, а пусть там будет условный там Васпа, Васпа, не знаю, Васпа Молот М1 есть такой комплектик, то это будет намного лучше, чем вы просто начнете сливать кристаллы впустую в М0 вооружение. Да, я понимаю, что это не такие большие кристаллы с самого начала, но максимум, что вы должны сделать, это поставить по одному шагу, потому что это по 100 кристаллов, вы ничего не теряете, при этом даете, вам дается определенный бонус, который вам в вашем нагибе, даже на М0 вооружении, поможет каким-то образом. Маленький, конечно, плюс, но он всегда поможет. Вот это все, что я хотел сказать в данном ролике. Если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы, ребят, вдруг еще не подписаны. Нажимайте, ребят, так же само на колокольчик, чтобы не пропустить новый рубрик, новый видосик по данной рубрике. Да и вообще, в принципе, стримы. И у нас много чего выходит. Поэтому, ребят, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. И, конечно же, ребят, подписывайтесь на группу ВК, которая, ссылочка у нас будет в описании. Там тоже у нас проходит много разных интересных конкурсов. Чтобы их всех не пропустить, ребят, обязательно подписывайтесь. Ну а на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки, ребят. И всем пока.